Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Конец августа, и вот, наконец-то, прилетели настоящие вредители птицы. Это, как ни странно, наши друзья-спорцы. Весной они очень хорошо помогают, а вот осенью собираются вот в такие вот огромные стаи. Ну, это еще маленькая стайка. Они располагаются рядышком с участками, на проводах или еще где-нибудь, на деревьях, на близлежащих. И потом небольшими группами атакуют близлежащую территорию. В основном сейчас в нашей местности поспевает облепиха, и они с удовольствием ей лакомятся. И вот такая стайка, это еще не очень крупная, бывает и побольше, она может в считанные минуты очистить куст облепихи, ну, практически под ноль. Вот такие помощники по сбору урожая. К сожалению, мой друг коршун уже улетел, нету его, и скворцы совершенно ничего не опасаются. Как я уже упоминал, многие огородники используют самые разные способы, чтобы отпугнуть этих наших друзей пернатых. Я тоже попробовал кое-что применить, хотя мне много облепихи и не нужно, но все-таки еще пока не собирал и хотелось бы сохранить лучшие ягодки все-таки для себя, как бы я хорошо к скворцам не относился, ну и к другим птицам тоже. Я применяю два простых способа. Ну, первый способ, о котором я уже рассказывал, мне подсказал один мой друг-огородник. Это развешиваются черные пакеты, и их очень не любят птицы, опасаются. Ну, а второй способ, еще более простой, это вот один кустик, вот его видно. Просто его сверху укрыл нетканым полотном. Вот примерно так. Конечно, в нем могут птицы и проделать отверстия, но все-таки это создаст им определенные сложности, и основная часть ягод будет сохранена. Вот посмотрю, каков будет результат вот этих моих действий. Рядышком находится еще облепиха. Вот она за старым домиком, ее видно тут отсюда. Ее никак не укрывал, но она мне в сущности уже не нужна. И посмотрю, какая облепиха будет скворцами очищена, ну а какая сохранится. То есть какой способ более или менее поможет. Вот я подошел, они немного улетели. Все-таки они опасаются. Ну, сейчас уезжаю, так что вот к моему приезду посмотрю, что останется от облепихи. И как подействуют мои защитные средства. Вот такие вот интересные в нашей местности происходят события. Ну, конечно, в конце пожелаю всем огородникам придумать что-нибудь тоже, чтобы защитить урожай от птиц. Очень жалко терять то, на что потрачено очень много усилий. И осталось уже совсем чуть-чуть, только собрать. И вот прилетают птицы и многое портят. Ну и, конечно, пожелаю всем хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания.